Николай Данилов в областном онкоцентре наблюдается уже около 6 лет. Когда у него выявили новообразование в кишечнике, первым делом обратился в известную московскую клинику, но столичные врачи рекомендовали своих самарских коллег. Они сказали, что у вас в Самаре есть такой онкологический центр, в котором современное оборудование, классные специалисты. Казалось, что попал к Марии Александровне. Когда она пришла, значит, на операцию, сказала: «Меня зовут Мария Александровна, как мать Ленина, я понял, что это человек, тот, который сделает мне вот эту сложную операцию по удалению полипа в слепой кишке». Операция прошла успешно, а врач Мария Александровна Морозова регулярно консультирует своего пациента, поскольку требуется постоянное медицинское наблюдение. В борьбе с новообразованиями важно быстро и правильно поставить диагноз, говорят медики, а для этого необходимо качественное и высокотехнологичное оборудование. Материальная база – это самое главное. То, что мы имели тогда и имеем сейчас, это две большие разницы. Потому что сейчас наше отделение оснащено всей аппаратурой по последнему слову техники. То есть мы можем очень много делать всяких интересных исследований, помимо того, чтобы просто смотреть вот этот поток. В прошлом году в отделении эндоскопии Самарского онкоцентра провели 18 500 исследований. Патологии кишечника – одни из самых распространенных в структуре онкологических заболеваний. Только в прошлом году в области было выявлено почти 2000 случаев. Медпомощь становится доступнее. За последние 5 лет в отделении прооперировали более 9000 пациентов. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин. События.